26 января 2024 года. Продолжаю прогулку по Раненбауму. И сейчас прошел в парк Большого Меньшиковского дворца. Через него можно пройти с железнодорожной станции. Что я сейчас и сделаю по пути. Посмотрим, что здесь в парке. Летом, конечно, здесь вообще супер. Мне этот парк даже нравится больше, чем Верхний парк в Петергофе. Это как раз внешний фасад этого дворца в сторону залива и канала, по которому, который был прорыт для гостей. В общем, здесь красивее, чем с внутренней стороны. И напомню, что это все строилось в 1710-1725 годах. Для того времени, конечно, это грандиозное сооружение. Ну, конечно, оно достраивалось. Вот. Ну, на фотографиях, наверное, можно посмотреть, как все это выглядело именно, когда построил то, что построил Меньшиков. Поднимусь по лесенке. Надпись, что это Большой Меньшиковский дворец. Вход почему-то только для экскурсионных групп. Ну а там вот ворота, главные ворота, и там канал должен быть. Скульптуры закрыты на зиму. Вон, кстати, виден канал, если вот так присмотреться. Вон он, канал как раз. Вот я поднялся. Дальше тут не пройти. Придется, наверное, спускаться. Да, вот здесь вот заборчики. Туда не пройти. Сейчас вот мне нужно туда. Пошел, спущусь, пойду туда. Кроме того, что здесь все это дело Меньшиков изначально построил. Потом здесь была резиденция Петра III. Потом у дворца жили Михаил Павлович, Елена Павловна, их дочь Екатерина Михайловна и даже внуки Георгий и Михаил Стрелицкие. В советское время здесь были различные государственные учреждения, госпиталь, техникум, военно-морское ведомство. Ну и сейчас здесь музей. Найти бы выход из этого музея. Музейщики здесь с 1995 года, но, по-моему, только в 2010 году здесь все вот оформилось более-менее прилично. Ну, отлично, вот вроде ворота открыты, я смогу пройти в сторону электрички, там вот впереди еще какой-то павильон. Посмотрим, куда я в итоге приду. Вон там какой-то павильон. Наверное, вот надо идти через этот мост. А впереди здание военкомата. И там раньше сидели какие-то военные мужские товарищи. Все, покидаю я парк Раненбаум. Большой Меньшиковский дворец. И иду в сторону станции Ломоносов, откуда электрички, в том числе и ласточки, идут в Питер. 26 января 2024 года. Раненбаум.